Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе, доброе. Все, да, хорошо. Так, какие-нибудь вопросы есть ко мне? Организационные, по лекциям, какие хотите. Нету. Значит, тогда двигаемся к лекциям. Так, вот сейчас доску видно, да? Да. Хорошо. Значит, на прошлой лекции мы начали разговор о производной функции. Вот, и сказали, что техника дифференцирования основана на, собственно, трех таких основах, да, трех столбах. Это, во-первых, таблица производных, это, во-вторых, арифметическая теорема о производных, которая позволяет дифференцировать функции, полученные из других функций посредством арифметических операций. Вот. И, наконец, теорема о производной сложной функции, то есть композиции двух функций, которая позволяет строить другие функции и брать их производные, вот, подставляя одну функцию в аргумент другой. Вот, значит, первый столб мы освоили, это арифметическая теорема о пределах. Сейчас давайте напишем, значит, теорема о производной. Давайте черным будем писать. Теорема о производной обратной функции. Ну, я напомню, значит, у нас обратная функция строилась так. Вот был какой-то там точка, вот какая-то функция такая вот. Вот точка x0, вот точка y0. Вот, мы давали приращение x, это x0 плюс дельта x. И получали приращение дельта y. Вот это было дельта y. А это было, соответственно, либо y от x0 плюс дельта x минус f от x0. Это приращение функции. Ну, это вот f от x0 плюс дельта x. Вот. Если мы с вами устанавливали теорему существования обратной функции, она говорила о том, что если функция монотонная, тогда она осуществляет биективное отображение какого-то множества на оси x в множество на оси y. Вот. И значит, здесь существует теперь, значит, для нас эта функция, определенная на, ну, каком-то множестве y, содержащее y0. И эта функция x равно g минус 1. Ну, давайте, может, даже, ну, сейчас, ну, давайте g минус 1 будем означать обратную функцию к f от x. Потому что я мог бы написать f минус 1 от y, может быть, так и было бы и лучше. Давайте действительно, чтобы у нас новых обозначений не было, хотя уж мы привыкли, что обратную функцию иногда же обозначаем, ничего страшного. Ну, f минус 1 – это уж каноническое такое обозначение, обратная функция. Обратная функция. Ну, и тогда x0, конечно, равняется f минус 1 от y0, а x0 плюс дельта x – это значение
f минус 1 от y 0 плюс дельта y, да? Вот это y 0 плюс дельта y, как раз вот эта точка, ее значение равняется x 0 плюс дельта x. Так, ну, условия теоремы. Значит, дана функция y равняется f от x. Ну, x принадлежит... Мы говорим о производной, поэтому мы говорим о локальном свойстве, да? Теорему доказываем производной в какой-то точке, да? Поэтому мы можем считать, что областью определения функции f является какая-то окрестность, там, дельта-окрестность точки x0. Вот где находится x0 плюс дельта x, все это находится в этой окрестности. Дана вот такая функция, и существует у этой функции обратная f минус 1 от y, x равно f минус 1 от y. Это раз. И второе, вот эта самая функция существует производная у функции f от x, не равная нулю. Это как раз обеспечит монотонность. Ну, тоже в окрестности той же самой точки x0, в которой она определена. Вот, существует такая производная. Тогда, говорит теорема, производная обратной функции f минус 1 от y, производная, естественно, по y, да, взятая в точке y равняется f от x. Ну, нулевое. Равна единице, деленная. Так, выключите микрофон, пожалуйста. На производную функции f, то есть прямой функции, в точке x0. Вот формула для производной обратной функции. Конечно, она иногда пишется и без точек x0, y0. Вот, пишется какой-то произвольной точки x какого-то множества. Но, тем не менее, смысл этой теоремы состоит в том, что производная обратной функции есть величина обратная производной прямой функции в соответствующей точке. Доказательство этой теоремы не столь обременительно. Давайте посчитаем, что такое f' от минус 1 при y' в точке y0. Что это такое? Это предел. При вращении обратной функции, то есть f минус 1 от y плюс дельта y, минус f минус 1 от y. Ну, я уж тут y0 внизу поставлю. Деленное на дельта y. Ну, в точке берется производная y0. При дельта y, стремящемся к нулю. Предел при вращении функции к превращению аргумента. Так мы при этом аргументе, при превращении аргумента, стремящемся к нулю. Это было определение производной как скорости изменения функции. Ну, давайте посмотрим, что это означает для конкретной обратной функции. На f минус 1 от y плюс дельта y это x0 плюс дельта x. Вот так написано здесь, да? Правильно, это f минус 1 от y. А вот f минус 1 от y в точке 0 – это минус x0. Что такое дельта y? Дельта y – это превращение функции прямой. То есть f от x0 плюс дельта x минус f от x0. При дельта x, стремящемся к нулю.
Это я расписал, что такое дельта y. Это вот этот отрезочек. Вот от y0 до f от x0 плюс дельта x. Вот этот отрезочек, а y0 это f от x0. Так что разница между этими точками как раз здесь стоит. Значит, x0 сокращается. А это я перепишу так. Предел. Напишу единица, деленная. Здесь я напишу дельта f для краткости. Дельта f это то же самое. Делить на дельта x. Я перенес дельта x из числителя в знаменатель знаменателя. Это дробь саму не поменяла. Вот теперь мы видим, что то, что нам нужно считать, уже дано в условии теоремы. Это знаменатель стремится к производной функции f в точке x0, а единица, она постоянная. Значит, поэтому этот предел равен единице на f' в точке x0. Именно это утверждение и содержалось в данной теореме. Производная обратной функции. Ну, давайте в качестве примера. Ну, возьмем производную обратной какой-нибудь функции. Ну, какую обратную функцию хотите? Арксинус, аркосинус, арктангенс, аркотангенс, логарифм. Аркотангенс. Ну, давайте. Значит, производная арк котангенса x со штрихом. Здесь уже написано, это обратная функция, но она приобрела тот аргумент, который был у обратной функции в теореме назван y, да, естественно. Вот. А здесь она, значит, захватила аргумент прямой функции. Сама стала прямой. Но обратная к ней будет уже тангенс y, да. Вот, значит, это котангенс. Значит, это по теореме будет единица, деленная на производную котангенса y штрих прямой функции. Ну, в точке y равняется арк котангенс x. Ну, производная от котангенса минус единица на синус в квадрате. Значит, минус остается, а синус в квадрате y транслируется в числитель, да? Производная котангенса минус единица делить на синус в квадрате, значит, знаменатель стоит, поэтому синус в квадрате, значит, это при y равно. Теперь я, значит, ну, минус оставлю в покое, да? Вот, а синус в квадрате напишу как единица, деленное на единицу плюс котангенс в квадрате y. Это действительно формула тригонометрии. Одна из четырех основных формул тригонометрии, связывающие вот эти основные функции синус, косинус, тангенс, котангенс. Да? Она пишется обычно так. Единица плюс котангенс в квадрате аргумента равняется единице, деленное на синус в квадрате аргумента. Ну, а тут я ее перевернул. Здесь надо подставлять y равняется арк котангенс x. Значит, ну, минус остается. А здесь получается котангенс в квадрате от арк котангенса. Ну, это основное тождество, да? Арк единица плюс котангенс от арк котангенса в квадрате, да? Это как раз x в квадрате, да? Основному тождеству. Поэтому мы имеем минус единица на единицу плюс x в квадрат. Вот формула для производной арк котангенса. Вот так доказывается производные, в таблице производных доказываются все функции, которые обратные к тем функциям, производные от которых мы знаем. Вот здесь мы, значит, знаем производную от тангенса, стало бы, котангенса.
Так, ну что, ладно, это мы теоремку доказали с вами, примерчик разобрали, еще будут примеры применения этой функции в доказательстве формул таблицы, а вот сейчас мы приступаем к следующей теореме, к третьей, последней теореме из таких основных теорем, связывающих вот эту технику дифференцирования. Значит, она называется теорема о производной композиции функций. Ну, или теорема о производной сложной функции. Вот так в простонародье она называется. Вот. Я напомню, что такое была композиция функций или конструкция сложной функции. Значит, у нас были три множества x, y и z. Мы, значит, отображали x с помощью функции z равняется фи или g, там, g от x. Вот, перегоняли x в z. Так? А здесь была определена другая функция. Функция аргумента z. Она была y равняется f от z. Вот применение, сквозное применение вот этого отображения, это правило, которое вот этому x сначала сопоставит вот это z, а это z сопоставит этому y. Вот отображение из x в y называется функцией композиции и обозначается так: f кружочек g. Вот. G как бы внутренняя функция при этом, f внешняя. Переменная на x. Вот это обозначение композиции функции или сложной функции. Отображается она так. Значит, берется x, от него берется g, от него берется f. Вот это сложная функция. Значит, теперь теорема утверждает о том, как дифференцировать композицию, если известны производные внешней и внутренней функции. Значит, даны две функции. Ну, одна функция, стала быть, z равняется g от x. Вторая функция y равняется f от z. Вот две эти функции. Что про эти функции предполагается? Ну, первое. Предполагается, что существует производная функции g. Существует производная функции g в точке x равняется x0. Ну, в какой-то точке x0, где мы производные, собственно, считаем. Да? Вот. Второе предполагается, что существует производная функции f в точке z равняется g от x0. То есть z0, да, в точке z0. Вот куда она перегонит функция g точку x0, там и будет наша точка z0. Вот, это дано. Вот, тогда, говорит теорема, существует производная композиции, то есть f g штрих в точке x0, и эта производная равна произведению производной внешней функции, вычисленной в точке, значит, z равняется g от x0, да, умножить на производную функции g в точке x0. Вот теорема, формула для дифференцирования сложной функции. Вот она. Конечно, вам эта формула хорошо знакома. Все производные, которые вы считали в школе, они в основном
были либо производные из таблицы, либо производные, построенные на базе этой теоремы. Единственное, что вам не доказывали, это не доказывали эту теорему. А считали, что это некий факт, который надо поверить в него, так сказать, а не узнавать почему. Ну, настал период, когда придется все же объяснить почему. Да, доказательство этой теоремы. Ну, я сначала начну с внешней функции, значит, функции y равняется f от z, по условию имеет производную, а на прошлой лекции мы доказывали, что всякая функция, имеющая производную, дифференцируема. Значит, по условию существования производной в точке g от x0, о том, что функция, следует, что функция дифференцируема в точке z равняется g от x0. Раз она там имеет производную, значит, она и дифференцируема. А из этого означает, что при ее превращении дельта y, стало быть, да, равна, во-первых, производной функции в точке z0, ну, в точке вот это z0, ладно, вот мы будем так писать, z0, чтобы не переписывать. Да. Производная функции в точке z0, это была a, да, помните, умножить на дельта z и плюс, там, допустим, альфа от дельта z, это альфа 1, что ли, от дельта z умножить на дельта z. Это выражение превращения функции для дифференцируемой функции. А первая главная часть его – это дифференциал функции f, как мы потом выясним. Да. Ну вот. Значит, это из первого условия. Второе условие. Функция z равняется g от x, тоже по условию. У нее существует производная в точке x0, значит, поэтому она дифференцируема. Дифференцируемая. О. В точке x равняется x0. Из этого что следует? Что дельта z равняется g' в точке x0, это производная функция, умножить на дельта x плюс там какой-нибудь альфа 2 от дельта x умножить на дельта x. Теперь я возьму и подставлю дельта z вот здесь. Вот это выражение подставлю сюда, и сюда, и сюда. Что это будет? Подставляем. Значит, будет дельта y равно. Значит, ну, первое, f' от z в точке z0 умножить на скобку, в скобках, вот это g' от x0. Дельта x. Пусть я сейчас пока буду писать покороче. Вот это у меня о малое от дельта x, да? От дельта x о малое. Так мы писали в прошлый раз. А это о малое от дельта z, да? Вот. Значит, тогда, просто чтобы покороче писать, значит, это получается о малое от дельта x. Это я вместо дельта z подставил. Плюс, что там идет, f' я умножил, да, идет альфа от дельта z, альфа от дельта z, опять на дельта z, g' от x0 умножить на дельта x плюс у малое от дельта x. Вот, ну и все, да. Все. Так, теперь давайте раскроем скобки здесь, и будет f'
от z0 умножить на g' от x0 умножить на дельта x. А все остальное, смотрите, будет o малое от дельта x умножить на f' от z0. Это число f' от z0, да? Значит, это остается o малым от дельта x. Значит, здесь у нас будет, здесь o от единицы, да, уже штрих над x0 на дельта x. Это бесконечно малое от дельта x, стремящееся к нулю. Но это тоже стремится к нулю. Когда дельта x стремится к нулю и дельта z стремится к нулю, это признак того, что функция z, равная g от x, непрерывна в этой точке. Всякая функция, имеющая производную, непрерывна, да? Поэтому дельта z стремится к нулю при дельта x стремится к нулю. Значит, это, вот это выражение есть тоже o малое от единицы, а вот это есть o малое, значит, бесконечно малое от дельта x. Значит, альфа, альфа, что там у нас, альфа 3, давайте, что ли, альфа 3 от дельта x. То есть выражение, стремящееся к нулю. Константа умножить на дельта х. Ясно, что она стремится к нулю при дельта х, стремящемся к нулю. О малое. И сюда подставляется от дельта х константа на это. То есть о малое от дельта х. Значит, это вот у нас перемноженное о малое от дельта х. А тут альфа умножить на о малое от дельта х тоже дельта х. Все это о малое от дельта х. И вот это выражение у нас было произведение f штрих. F' от z0 умножить на o малое от дельта x, тоже o малое от дельта x. Значит, поэтому я все это объединяю, все три слагаемых, которые тут есть, и пишу o малое от дельта x. Значит, это равенство говорит о чем? Что функция y, вот это наша композиция, y равняется f кружочек g, при вращении ее мы написали, да? Она представляется в виде константы умножить на дельта х плюс малое дельта х. Значит, по теореме, которую мы доказывали в прошлый раз, это самая константа и есть производная функции g'. Значит, тогда ставим стрелочку. Вот отсюда следует, что вот эта функция f кружочек g, которая была y, да, у нее существует производная точки x0, и эта производная равна коэффициенту при дельта x в главной линейной части этого превращения, то есть f' от z0 умножить на g' от x0. Значит, еще раз повторю, значит, тут простой прием употребляется, значит, превращение функции дельта y расписывается, в него подставляется, значит, превращение дельта z, а потом группируются слагаемые. Их тут много достаточно, 4 штуки, да? Одно главный, который содержит дельта x первой степени, вот он, дельта x первой степени, при нем содержится коэффициент произведения вот этих производных. F' в z0 и g' в точке тоже x0. Вот, при нем стоит. Все остальные являются о малым от этого дельта x. То есть, члены более высокого порядка малости, чем дельта x. Первый из них о малое от дельта x умножается на константу, есть о малое от дельта x. Дальше, вот это o от единицы. Вот это выражение o от единицы умножается на o от единицы. Это есть, даже можно так, дельта x оставить, а вот эту константу g' от x0 умножается на o малое от единицы. Это есть o малое от единицы. O малое от единицы умножается на дельта x, то есть превращается в o малое от дельта x. Ну, а тут o малое от дельта x умножается на величину тоже бесконечно малого, тоже есть o малое от дельта x. Все три суммы всех трех у малых есть у малое от дельта x. А если так можно представить превращение функции, а это функция композиции, да, то, конечно, по теореме, которую мы в прошлый раз доказывали,
дифференцируемость, это необходимо достаточным условием дифференцированности, является наличие функции производной в точке. А эта производная равна коэффициенту при дельта x выражении его превращения. Здесь вот именно произведение этих производных есть коэффициент при дельта x. Вот отсюда следует эта теорема. Значит, теорема довольно удивительная, если так на нее посмотреть непревзято, хотя мы к ней уже привыкли. Она утверждает, что функция построена довольно сложным образом. В аргумент одной функции мы поставляем другую функцию. То есть запутываем дело сильно. А вот производная этой функции есть всего лишь произведение производных внешней и внутренней функции, взятые в соответствующих точках. Если внутренняя в точке x, то внешняя в точке f, в точке z равняется g от x. Значит, это производная сложной функции. Ну, я уже не буду здесь упражнением заниматься производной сложной функции. Я думаю, что на упражнениях вы уже все это дело считаете. Ну, если, конечно, придется, конечно, буду. Так, ну и третий момент, который я сказал, третий, на чем держится вся техника дифференцирования, называется таблицей производных. Значит, таблица производных элементарных функций. Таблица производных элементарных функций. Таблица производных элементарных функций. Вот, значит, мы таблицу эту устроим таким образом, в виде нескольких столбиков. Вот у нас будет столбик такой первый. Вот у нас будет второй столбик. Вот у нас, пускай, третий. Ну и четвертый, не знаю, пойдет четвертый или не пойдет. Заполнится или нет. Вот так. Значит, во всех столбиках здесь стоит функция f от x, а тут производная в любой точке x. Функция, таблица содержит значение производной в любой точке x, где функция определена. Тут тоже f, f'. Тут тоже f, f'. И тут тоже f, f'. Ну, первый столбик давайте посвятим степенной функции и начнем его с единицы. Функция тождественно равная единице имеет производную равную нулю. Значит, x имеет производную единице. Корень из x. Единица на 2 корня из x. Единица на x имеет производную минус единица на x квадрат. Ну, допустим, x квадрат имеет производную 2x. Значит, я выделил 5 частных случаев в степенной функции, которая выглядит как x в степени n. И от нее производная равна n на x в степени n минус 1. Вот. Значит, первый случай – это n равно 0, второй случай – n равно 1, 1, 2, минус 1 и 2. Это наиболее часто встречающиеся функции из представителей степенной функции. Вот, поэтому их запоминают отдельно. Не подставляют мучительно там вместо n какое-то там число, да, в последнюю формулу, а просто их запоминают. Здесь нет, конечно, куба. Здесь нет, конечно, там корня кубического из x, потому что степенных функций бесконечное число, правильно? Но вот эти 5 выделяются в отдельную, так сказать, строку по просто его употреблению. Частому, да. Значит, второй столбик синус x, косинус x, косинус x минус синус x, тангенс x
единица, деленная на косинус в квадрате x. Что тут? Котангенс x минус единица, деленная на синус в квадрате x. Ну, давайте сюда же втащим чего? Ну, обратные функции к ним, да? Арксинус. Единица, деленная на корень единицы минус x квадрат. Аркосинус. Это минус, то же самое. Единица делить на корень единицы минус x квадрат. Ничего удивительного в этом нет, потому что арксинус x плюс аркосинус x есть постоянная функция, равная пи пополам. Да? Значит, арктангенс. Тангенс x – это единица, деленная на единицу плюс x квадрат. Ну и арккотангенс. Минус единица, деленная на единицу плюс x квадрат. Третий столбец заполняет функции e в степени x. Это e в степени x, а в степени x. Это а в степени x логарифм а. Натуральный логарифм x – это единица, деленная на x. Произвольный логарифм при основании а – это единица на x логарифм а. Что тут еще есть? Больше вот ничего нет из таких показательных функций. Так, ну а в четвертый столбец давайте поместим гиперболические функции. Значит, синус x – это косинус x. Косинус x – это синус x. Они тут никаких знаков не меняют. Вот тангенс. Отношение синуса к косинусу. Это единица, деленная на косинус в квадрате x. Котангенс. Есть минус единица, деленная на синус в квадрате. Ну, я напомню, что для тех, кто не может и не слышал про такие функции, но таких вряд ли найдется. Значит, синус x – это e в степени x минус e в степени минус x, деленное на 2. А косинус x – это e в степени x плюс e в степени минус x, деленное на 2. В гиперболической тригонометрии, вот, которая содержит эти функции, там много похожего с обычной тригонометрией. Ну, вот где-то иногда мелькнет знак другой. Вот, допустим, тригонометрическая единица – это синус квадрат плюс косинус квадрат равно единице. А вот здесь косинус в квадрате. Косинус в квадрате x минус синус в квадрате x равен единице. Можете проверить, возвести этот квадрат, синус и косинус – и вычесть, и получится единица. Вот такая штука. Обратные гиперболическим функциям в таблицу не попали, хотя они есть. Вот. Ну, когда мы будем с вами в следующем семестре уже изучать интегралы, ну, может, и в этом семестре, может, начнем что-то. Вот. Таблицу первообразных. Вот там есть некая функция, которая будет обратной там, к синусу или косинусу. Это длинный логарифм, так называемый. Так, ну вот эта таблица производных. Значит, теперь я задаю... Значит, я готов доказать любые, ну, допустим, 4, ну, 5 максимум. Формулы из этой таблицы. Здесь, конечно, такими центральными, которые мы уже с вами изучали, конечно, является e в степени x, вот синус x, там что там еще, ну, логарифм там в каком-то мере, да. Вот x в степени n, это тоже такие основные формулы. Вот. Ну, в общем, готов я на 4-5 штук. Пожалуйста, какую первую доказываем? Одну мы с вами уже доказали, арккотангенс, да? Да, ну, пожалуйста, какую?
Давайте а в степени x. А в степени x, хорошо. Значит, а в степени x со штрихом должно равняться а в степени x логарифм, ой, куда-то заехал. А в степени x натуральный логарифм числа а. Ну, доказательство ведется, значит, основывается на формуле для e в степени x. Вот для e в степени x вы не спросили, а она основная здесь. Поэтому, значит, здесь вот это а в степени x транслируется как e в степени x натуральный логарифм числа а. Это основное логарифмическое тождество. Если мы захотим взять производную от этого, то вторая уже оказывается композицией двух функций. Одна функция e в степени, поэтому ее производная согласно этой таблице, да, есть логарифм а, и умножить на производную внутреннюю, а это есть логарифм а. Осталось только вернуться опять первым сомножителем на а в степени x логарифм а. Вот и все доказательство. Так, первый, пожалуйста, второй. А e в степени x надо доказывать или нет? Надо. Вот давайте тогда e в степени x. Давайте e в степени x. Вот основные функции, они доказываются из определения. Вот остальное, допустим, там какой-нибудь там тангенс, он уже опирается на арифметическую теорему, отношение синуса к косинусу, да? А вот производная, допустим, синуса или там косинус, все равно, она уже доказывается за определение. Значит, какую вы сказали e в степени? E в степени x, ну, в произвольной, да, точки x, штрих. Это предел отношения превращения функции к превращению аргумента, то есть e в степени x плюс дельта x минус e в степени x, деленное на дельта x при дельта x, стремящемся к нулю. Это определение. Теперь я e в степени x выношу за скобки в числителе и сразу выношу e в степени x за знак предела, потому что это константа. Она же не зависит от дельта x, а пример, предел мы считаем при дельта x, стремящемся к нулю. Остается e в степени дельта x минус 1, деленное на дельта x при дельта x, стремящемся к нулю. И вот этот предел равен единице. Это у нас было следствие из второго замечательного предела. Да, значит, вот этот, именно этот предел был следствием. Вот из того, что такое второй замечательный предел, число e. Да? Вот. Ну, или в таблицу эквивалентных бесконечно малых она вошла как e в степени дельта x минус 1 эквивалентно дельта x. Вот заменяем ее на дельта x и... Предел равен единице. Отсюда предел равен e в степени x. Так, пожалуйста, еще. X в степени n. X в степени n. Давай. Натуральный логарифм можно еще тоже. Ну, хорошо, сейчас, подождите, по очереди. Так, значит, x в степени n. Со штрихом. Мы x в степени n представляем тоже как e в степени. Здесь будет логарифм натуральные числа x и в степени n. Ну, в степени n. Показатели перемножаются, поэтому ставлю n перед логарифмом, да? Значит, штрих. Это то же самое, что если... Ну, опять, производная от e, она сама. Умножить на производную... того выражения, которое стоит под e. То есть, это опять композиция двух функций. Значит, это при n умножить на единицу на x. Это производная логарифма. Ну, опять возвращаемся по основному тоже, что e в степени логарифма x – это x. Значит, получается, x в степени n умножить на n умножить на единицу на x. Вот отсюда n на x в степени n минус 1. Так, третий логарифм нужен. Давайте логарифм. Значит, логарифм натуральный сначала, да? Натуральный логарифм x штрих. Это функция обратная функции e в степени y, да?
Правильно? Поэтому на основании теоремы, которую мы сегодня доказали, обратной функции, это производная e в степени y со штрихом, взятая в точке y равняется логарифму x. Значит, если мы возьмем теперь производную от e в степени y, она есть e в степени y просто, и подставим y равняется логарифму x, то получится единица, деленная на e в степени логарифм x, а это и есть единица на x, согласно основному логарифмическому тождеству. А вот логарифм при любом основании – это уже формула перехода к другому основанию, к логарифму x натуральному на логарифм этого a. Это формула перехода к другому основанию. Если мы возьмем штрих от этого и от этого, то просто будет единица на логарифм а, это множитель выйдет, а тут единица на x. Это именно та формула, которая транслируется в этой таблице. Так, ну, последний, да, давайте, последний, пятый. Можно синусом? Синусом, давайте синусом. Вот синус – это хороший вопрос, потому что он основной. Мы сейчас упремся в первый замечательный предел, да? Мы же не случайно выбирали и называли их замечательными, потому что они обязательно когда-нибудь нам помогут. Синус x штрих. Это что такое? По определению. Видите, так же, как и e в степени, идет по определению. Значит, превращение функции – это синус от x в точке x минус синус x делить на дельта x. И дельта x стремящимся к нулю. Это определение производной. Теперь пользуемся формулами тригонометрии. Разность двух синусов скрывается как 2 синуса полуразности, то есть будет дельта х пополам, на косинус полусуммы. А полусумма будет х плюс дельта х пополам, деленное на дельта х. Вот. Ну, дальше вот можно эту двойку принести сюда, если хотите. Можно ничего не переносить. Можно заменить на эквивалентную. А эквивалентность – это и есть первый замечательный предел. Больше ничего. Значит, мы заменяем синус дельта х на эквивалентную. Будет 2 на дельта х и на 2. Здесь будет косинус х плюс дельта х, деленное на 2. Делить на дельта х. Дельта х сокращается, двойки сокращаются. Эта функция косинус непрерывна, ее значение предел точки х равен значению точки х. И дельта х стремится к нулю, значит косинус х. Все, час перерыв. Через 3-4-5 минут возвращаемся. Сергей Анатольевич, а можно вопрос? Ну, не вопрос, а просьба. Можете тыкнуть точечкой на функции, которая определяет, доказывается через определение? А вот мне кажется, больше нет никаких. Нет, наверное. Вот синус e в степени, потому что синус доказывается тоже через e в степени. Вот. Ну, логарифм через это самое, тангенсы и котангенсы через алгебраические арифметические операции. Ну, косинус можно либо сначала воспользоваться формулой приведения, косинус превратить в синус, а потом дифференцировать синус. Ну, там получается линейная замена, значит, там единица еще возникает производной. Вот. Вот, пожалуй, что да, синус. Ну, поэтому первый замечательный и второй замечательный предел. Хорошо. Спасибо. А можно аксиус доказать? Чего? Аксиус доказать. Открыть чего? Можно аксиус доказать. Скажи погромче в микрофон. Арксинус доказать. Арксинус? Господи. Да. Арктангенс, аркотангенс доказали, арксинус хочешь. Ну, давай арксинус. Значит, арксинус
x со штрихом. Но это по теореме обратной функции. Значит, это будет единица, деленная на производную синуса y, да, синус y – обратная функция, штрих, да, в точке y равняется синус x. Да, ну что же. Нет, точки y равняется, да, арксинус, не синус, а арксинус. Почему тут синус? У нас сама-то функция y равняется арксинус, чем мы вспомнили про синус. Ой, сейчас. Равно арксинус x, да. Ну вот, значит, производная от синуса косинус. Косинус y. А вместо y поставляем косинус от арксинуса синуса x. Ну, арксинус изменяется, кстати, от нуля до пи пополам, да? А, фу, от минус пи пополам до плюс пи пополам, там как раз косинус существует неравный нулю и так далее во внутренних точках. Вот, а здесь у нас что такое? Вспоминаем, как связан косинус положительный там, да? Значит, будет косинус заменяем на синус, будет корень из единицы минус синус в квадрате от арксинуса x. Синус квадрат плюс косинус квадрат равен единице, да? Любого аргумента, в том числе арксинуса, арксинуса, да? Вот, ну, синус от арксинуса – это x. Отсюда единица делить на корень из единицы минус x квадрат. Вот все. Так, ну, у нас уже время-то и прошло заодно. Так, значит, таблицу мы с вами осилили. Вот, и двигаемся в сторону следующего заголовка наших лекций. Это дифференциал функции. Дифференциал Да. Мне, наверное, нужно было бы начать с дифференциала функции, поскольку я это... Ну, по сути, я не использовал, на самом деле, понятие дифференциала, поэтому... Ладно. Дифференциал функции. Ну, определение, наверное. Определение. Значит, функция y равняется... f от x называется дифференцируемый пожалуй, мне нужно было бы дифференциал рассказать сразу после производных, а потом доказывать две теоремы, которые я перед этим доказал. Потому что в одной из них я использовал дифференцируемость, так что, ладно, разберетесь. Значит, функция y равняется f от x называется дифференцируемой в точке x равняется a. Значит, если ее превращение... дельта y равная f от a плюс дельта x минус f от a. Если ее превращение может быть представлено в виде. Ну, вот это то, что я вам писал. Дельта y равняется a умножить на дельта x плюс альфа от дельта x умножить на дельта x. Значит, альфа от дельта... Где, значит, где? Альфа от дельта x... при дельта x стремящемся к нулю. То есть она является бесконечно малой. Для бесконечно малой функции у нас употреблялась малая от единицы. Вот.
Если О малое от единицы умножить на дельта х, то получится О малое от дельта х. Поэтому при подстановке еще иногда пишут так. Дельта y равняется А на дельта х плюс О малое от дельта х. Это одно и то же. Вот. Значит, какой смысл в этом определении? Здесь указывается, что превращение представляется в форме двух слагаемых. Первое слагаемое, оно линейно относительно переменной дельта х. Вообще превращение заданной точки зависит от дельта х, является функцией от дельта х. Вот первая часть – линейная функция. А вторая является дельта х, умноженная на еще бесконечно малую альфа от дельта х. Другими словами, она по величине, хотя оба значения маленькие, да, если дельта х мало, вот, но все равно первое слагаемое, оно больше по величине, чем второе. Вот, и поэтому его называют главным линейной частью превращения. Вот это главное, потому что по величине она большая, значит, главное и линейное. Это линейная функция дельта х, линейная часть превращения. Ну, а на эту достается все, что по малости еще больше. Там дельта х умножается еще на выражение, стремящееся к нулю. Значит, дельта х еще и уменьшает при этом. Вот. Значит, это называется дифференцированная функция. А вот главное линейное второе определение состоит в том, что главную линейную часть превращения называют дифференциалом. Значит, дифференциалом функции y равняется f от x в точке x равняется a называется главная линейная часть превращения функции в точке x равно a. То есть обозначение dy или df все равно. Вот. То есть мы имеем тем самым для дифференцируемой функции ее дифференциал df в точке x равняется a. Есть вот эта константа a, которая есть, сейчас мы выясним быстро ее смысл, это их константа, умножить на дельта x. Главная линейная часть превращения в точке А. Но заметьте, что от точки А маленькая будет зависеть вот это А большое. И мы сейчас докажем, что А большое есть просто производная функции f в точке А и больше ничего. Вот. Она от нее зависит. А дифференциал является не числом, а является функцией переменной дельта х, причем линейной функцией этой самой аргумента дельта х, которая равняется нам, как она положена, k, х плюс b, линейная функция. Ну, b равно нулю, значит, она бесконечно малая сама по себе. Значит, b равно нулю. Так, значит, вот после этого определения, значит, удобно доказать теорему, называется теорема о необходимом и достаточном условии дифференцированности. О необходимом, необходимое и достаточное условие дифференцируемости.
Вот. Ну, а условия теоремы для дифференцируемости. Дифференцируемости. Для дифференцируемости функции y равняется f от x в точке x равно a необходимо и достаточно существования производной функции y равняется f от x в точке x равно a. То есть, другими словами, вот это превращение можно разложить на главную линейную часть и неглавную, так сказать, меньшую. Тогда и только тогда, если у функции есть производная точки а. Если есть она производная, сейчас мы выясним, что а это и есть она сама. Это производная. Вот. Ну, такая вот теорема, устанавливающая, во-первых, ну, естественно, необходимые и достаточные условия дифференцируемости, сводящие его к существованию производной просто-напросто, вот, а также и устанавливающий вид дифференциала. Значит, вид дифференциала после этой теоремы станет такой: df равно f' в точке а умножить на dx. Вот. Но это станет возможным только после доказательства теоремы. Оно совсем простое. Ну, давайте так. Пусть первое. Пусть функция дифференцируема, да? Дифференцируемая. Тогда нужно доказать, что у нее существует производная в точке А. Ну, давайте докажем. Значит, дифференцируемая. Значит, наша дельта y равняется А на дельта x плюс альфа от дельта x на дельта x. Это дифференцируемая. Теперь делим на дельта x. Будет дельта y дельта x равно а плюс альфа от дельта x. Плюс бесконечно малое. Тогда по теореме о связи, теорема о связи, чего? Функции, а функция является дельта y делить на дельта x. С ее пределом, да, и бесконечно малой. Значит, вот этот предел при дельта x, стремящемся к нулю, вот равен а, теорема связи. Значит, отсюда означает, что предел дельта y, дельта x, при дельта x, стремящемся к нулю, во-первых, равен а во-вторых, равен производной функции в точке а. Поскольку превращение функции, превращение аргумента, предел, это и есть производная. Вот мы, собственно, установили, что а есть производная, значит, она существует. А-то существует, значит, существует и f' от а. В другую часть теоремы. Пусть существует производная, да, точки а. Это дано. Что из этого вытекает? Вытекает, что существует предел дельта y, дельта x, да, при дельта x, стремящемся к нулю, равный f' от а. А отсюда опять по теореме о связи. Теорема связи. Вот это отношение дельта y, дельта x равен этой константе f' от а. Плюс бесконечно малое. О от единицы, правда? Вот это теорема связи. Теперь я умножаю на дельта x. И у меня получается, что дельта y равняется f' от а на дельта x. Плюс о малое
от единицы умножается на альфа дельта х. То есть у мало от единицы это какой-то альфа, да? Вот это альфа от дельта х. Получается альфа от дельта х умножить на дельта х. Вот оно а. И вот это есть дифференцированность. Значит, есть производная, дифференцируемая. Дифференцируем, значит, есть производная. Вот это такая теорема, которая облегчает нам здесь продвижение по этому вопросу. Так, значит, это мы с вами доказали. Теперь, значит, вид дифференциала. Представление дифференциала. То есть формула для дифференциала. И ее инвариантность называется. Этой формы. Значит, что мы доказали с вами? Что дифференциал f равен, там было а на дельта х, значит, у нас будет f' от а на дельта х. Теперь давайте заметим, что если у нас функция y равняется x, просто x, такая же функция тоже есть, правда? Вот поэтому f от x, можно считать, что это f от y, да? F от x, а x равно y. Как получается, тоже такой суррогат сложной функции, да? Любая f от x, а x есть просто, ну, равно x. Y равняется x. Вот тогда, естественно, дифференциал. Дифференциал y. Он же тогда дифференциал x, правда? Равен производной по x единице умножить на дельта x. То есть, отсюда возникает, что дифференциал x... Это и есть превращение дельта х. Вот. Поэтому дифференциал f, форма дифференциала, записывается как производная функция, ну, в той точке, которая считается дифференциал, точке А, умножить на dx. Пишет не дельта х, а dx. Так вот симпатичней. Симпатичней, почему, сейчас скажу. Это форма записи дифференциала. Форма записи дифференциала. Вот теперь давайте посмотрим. Значит, вот у нас была функция, допустим, f от z. Значит, y равняется f от z. Z была независима переменная. Я x обозначил, сейчас z, да? Отсюда, значит, получается, что dy равняется f', ну, в той точке, которую мы считаем дифференциал, в точке z, умножить на dz. Вот, теперь представим, что z у нас сложная, не независимая переменная в аргументе функции f, а какая-то функция от x, допустим. Z есть функция от x. Тогда наша, значит, функция сложная, значит, будет такой. Y равняется f от φ от x. Теперь давайте считаем ее дифференциал. Это будет производная композиции, то есть f' от z, z равно φ от x, да, умножить на φ' от x и на dx. Вот производная сложной функции стоит перед dx, да? Умножить на dx. Но вот это есть дифференциал функции фи. Потому что это производная на dx. Дифференциал функции. Это dz. И мы получаем, что форма записи дифференциала сохраняется. Смотрите, она была dy есть f' в точке z на dz, и осталось f' от z на dz. Но в первом случае
она была независимой переменной. Z. Z независимая переменная. Переменная. А здесь Z функция переменной x. А форма записи дифференциала осталась той же самой. Производная умножить на dz. Вот. У такой свойства дифференциала, которым обладает вот тот первый дифференциал, который мы сейчас рассматриваем, называется инвариантностью формы дифференциала. Значит, инвариантность формы, инвариантность формы дифференциала означает неизменность формы записи дифференциала, неизменность формы записи дифференциала в случае независимой переменной, переменной и ну, зависимой переменной, то есть и переменной, и переменной, являющейся функции, функции другой переменной. Вот это свойство называется инвариантность формы дифференциала. Значит, теперь, значит, во-первых, какой геометрический смысл дифференциала нас будет волновать? Значит, геометрический смысл, геометрический смысл дифференциала. Значит, я напомню геометрический смысл производной, да? Производная связана с дифференциалом. Вот была какая-то точка x0. Давайте я красным нарисую касательную графику функции, да? Потом дам превращение функции x0 плюс дельта x. Это дельта y, да? Вот этот отрезок. От точки D это А, Б, С. Вот здесь точка D. Пересечение красной прямой, то есть касательной, с вертикальной черной. Вот точка D. Да? Вот длина BC, да, это было приращение функции. Это дельта F. Приращение функции. Вот dc это приращение ординаты касательной. Не ординаты функции, а ординаты касательной. Вот и касательной. Ну, приведенный к графику функции f от x точки x0, да? Вот красный касательный. Смотрите, это действительно приращение, потому что если мы сейчас вот это приращение ординаты касательной представим как, ну, вот этот уголочек, вот этот альфа, да,
тангенс альфа есть производная, да? Тангенс альфа – это геометрический смысл производной. Есть производная функции f' в точке x0, да? Тангенс угла наклона касательно – это производная. Значит, если мы… А вот этот катет у нас дельта x, да? Дельта x. Значит, поэтому dc равно этому катету умножить на тангенс. Правильно? То есть тангенс альфа на дельта x. Значит, тангенс альфа f' от x0 на дельта x. А это есть дифференциал функции f в точке x0. Да? Вот. Значит, мы получили, что дифференциал, геометрический смысл дифференциала, это приращение ординаты касательной. Вот это мы сейчас давайте запишем. Значит, геометрический смысл дифференциала, значит, дифференциал равен приращению ординаты касательной при изменении аргумента функции на дельта х. Вот у нас было касательное, и в рамках превращения аргумента на дельта х касательное изменило свою ординату на величину, равную дифференциалу функции. Это геометрический смысл производной. Теперь как считать дифференциал? Ну, дифференциал считать ничего нового быть не может, потому что дифференциал связан, видите, накрепко с производной. Вот, поэтому считайте производную, умножайте на dx и получаете дифференциал в той точке, где вы считали производную. Правильно? Вот. Ну, дифференциал имеет право, значит, самому определять свои правила. Значит, арифметические действия я с дифференциалом. Так, выключите, пожалуйста, микрофон. Значит, дифференциал от суммы равен дифференциалу f плюс дифференциал g. Ну, если имеется в виду функции f и g дифференцируемые. Значит, f и g дифференцируемые функции. Дифференциал от суммы равен сумме дифференциалов. Дифференциал от произведения равен g на дифференциал f плюс f на дифференциал g. Ну и дифференциал от частного f делить на g равен там квадрат знаменателя стоит. А здесь, соответственно, g на df минус f на dg. Вот. Значит, ну, доказывать эту формулу не надо, потому что это же арифметическая теорема производных. Умножьте производную, напишите вместо здесь дифференциала производную, а потом все умножьте на dx. Это же будет линейная функция, и все производные умножатся на это самое дельта x и превратятся в дифференциалы. Так что здесь ничего, так сказать, такого нового нет, но дифференцировать, тем не менее, можно. Так.
Давайте остановимся на небольшое время на теме производные дифференциалы. Производные. И дифференциалы. Функций, заданных неявно, заданных параметрически, давай сначала, параметрически. Заданных параметрически. То есть, напомню, что параметрически заданная функция выражается вот такими равенствами. Значит, x равно ну, какой-то там функции φ от t, y равняется ψ от t. T, вообще говоря, принадлежит некому там интервалу альфа-бета. Вот, t меняем, функции f и φ и ψ дают изменения x и y. Эта точка плывет по плоскости, заметает на своем пути некую кривую. Эта кривая или часть ее может быть графиком некоторой функции y от x или f от x. Вот конструкция такая. Я так рассказывал. Здесь было x, здесь было y. Вот. Мы должны были устраивать отображение из x в y с помощью y равняется f от x. Вот. Но предпочли другой вариант. Устроили новое множество t и отображение. Каждой точке t ставили соответствие x с помощью x равняется φ от t. И каждому t y равное ψ от t. Вот. Вот этому, эта функция φ от t была биекцией между множеством x, ну, область определения, там и t, вот t большое множеством. Значит, поэтому с этой стороны существовала в другую сторону функция t равняется φ минус 1 от x. Вот. И поэтому наша функция f от x представляла собой: взяли x, применили φ минус 1 от x, получили t, к t применили ψ, получили вот этот самый y. Вот эта функция задается параметрически, называется. Вот функция задана параметрически, можно ее считать производной, не выражая непосредственно обратной функции, не исключая переменную t из этих соотношений. Вот. И эта формула для дифференцирования, она выглядит так. Значит, давайте формула для дифференцирования. Значит, берем производную f' по x, да? Ну, или так будем писать, y' по x. Y равняется от x, значит, да? Вот. Значит, это будет формула, которую мы сейчас докажем, да? Это будет φ', простите, не φ', а ψ'. Числитель стоит. Значит, это дробь. Ой. Это дробь. Числитель стоит ψ'. Штрих от t. В знаменателе стоит φ штрих от t. Здесь вместо t надо подставить t, соответствующий тому x, где мы хотим взять производное. То есть t равняется φ минус 1 от x. Тогда получим производную функции y в точке x. Вот эта формула для производной функции, заданной параметрически. Ну, доказательство этой формулы не столь сложно.
опирается, значит, да, давайте докажем эту формулу, да? Вот. Ну, это стоит композиция двух функций. Пси и фи, да? Минус первый. Значит, поэтому y штрих по x равно. Ну, пси штрих по ее аргументу, да? Аргументом функции пси является t, да? Вот. Значит, производная внешней функции умножить на производную внутренней функции по переменной x. Это производная сложной функции, написал теорему, да? Теперь пользуюсь теоремой о производно-обратной функции. Фи минус первый. Значит, будет единица, деленная на фи прямой, да? Фи от t. Ну, естественно, t надо поставить то t, которое соответствует тому x, в котором мы считаем производную. То есть, фи минус первый от x. Где x – вот та точка, в которой мы считаем это производное. Ну, собственно, вот и все, потому что мы написали произведение, частное производных. Так, тут только я, конечно, производную забыл, да? Вот. На производную прямой функции, значит, фи от t. Вот отношение двух производных – это… А что с дифференциалом? Значит, дифференциал функции f или дифференциал функции y все равно, уже как функции x. Значит, у нас будет производной y штрих по x на dx, да? Вот, значит, фи штрих y штрих по x – это пси штрих по t на фи штрих по t, мы только что доказали, умножить на dx. Но dx у нас сложная функция. Значит, форма остается той же, да? Поэтому dx будет дифференциалом x, то есть будет фи штрих от t на dt. Фи штрих сокращается, и остается, что дифференциал, он не зависит от t, а имеет форму такую же, фи штрих от t на dt. Это дифференциал функции, заданной параметрически. Так, теперь бы хорошо бы примерчики какие-то там разобрать, да? Есть у меня тут примерчики-то? Есть, конечно. Так, ну сейчас я попытаюсь. Вот вы сейчас видите задачник Кудрявцева, да? Да, видим. Да. Вот. Ну, давайте выберем какой-нибудь. Найти вот производную функцию, заданную параметрически, да? Вот здесь. Здесь есть какие? Значит, есть просто вот функции фи и пси данных, да, на интервале. И надо посчитать производную на интервале. Можно там вот еще полярную. Да? Сколько мы успеем? У нас времени 7 минут. Ну, две штуки успеем. Так, ну сейчас я тогда, чтобы я вернулся на эту доску, мне нужно списать условия иначе. Так, ну какую из них будем делать? Быстро. Какую хотите? Седьмую. 202-ю? Нет, в 201-м седьмую. 201-м. Седьмую. Седьмую. Ну, давай седьмую. Значит, x равно at минус синус t. И y – это есть производная. Это минус косинус t. Это называется кривая циклоиды. Движение мухи на колесе. Так, ладно, сейчас я тогда это убираю. Выхожу опять на старую доску. Двигаю сюда и считаю производную. Значит, нам нужно... Так, 201-я, 7-я, да? Так, значит, у нас так. X A на T минус синус t
а y производная по t от нее. Единица минус косинус t. Вот. Значит, считаем производную. Значит, это кривая, вот так она выглядит. Вот. Т тут на всей оси, но это вот колесо и радиуса А, и мух сидит на ободе колеса, а колесо совершает один оборот. Тогда вот, если мух сидела в самой нижней точке колеса, вот это колесо, да, а оно катится без скольжения, тогда это вот муха совершает до следующего поворота вот такую арку, которая называется аркой циклоиды. Ну, потом вот повторяется ее движение и так далее, да. Вот, а у нас какой-то, в какой-то точке Т нам нужно понять производную, посчитать производную функции в этой точке. В точке Х, соответствующей какому-то Т, да. Вот, значит, что мы делаем? Делаем... Ну, считаем производную. Значит, y' по x в какой-то точке x. Вот это вот точка x. А x равняется at минус синус t. Вот так. Значит, равно производной y' по t на x' по t. Ну, берем производную, значит, от y'. Значит, будет производная от косинуса минус синус. Будет a синус t на... А единица минус косинус Т на х' по Т. А сокращается. И вот это значение производной в той точке Т, которая соответствует вот этому. Заметьте, что х от Т функция монотонная. Ее производная, вот она, y, она положительная всегда. Значит, единица всегда больше, чем косинус. Или равна. Вот, поэтому здесь каждому t соответствует единственное x на периоде. Да? И вообще на любом значении. Единственное t. И вот надо t это подставить, получить значение. Ну, t мы не можем поставить, нам нужно сказать, при, там, если нам было сказано, при t равняется там π пополам, допустим. Когда мы прошли четверть колеса. Поворот колеса, значит, при Т равняется. Тогда вот этот производство, вот где-то здесь четверть, да? Вот этот полный оборот, так, на четыре части разделим. Вот эта точка. В этой точке мы сейчас производную найдем. Тангенс угла наклона, да? Вот подставим сюда π пополам. Получим единицу, деленное на единицу. Единица. Ну, примерно так и есть, да? Под 45 градусов примерно она проходит. Вот. А дифференциал, дифференциал y, это будет dx, правильно? Потому что производная равна единице. Так, это вот, так, что еще хотели, да? Сейчас. Так, какую еще хотите? А вот давайте, во, сейчас мы, вот здесь какая-то бяка, во, 205 номер, значит, надо вычислить производную y от функции, заданной уравнениями в полярной системе координат. Ну, давайте, какую, первую, вторую, третью? Вторую. Вторую. Так, значит, r равняется e в степени φ. Это называется логарифмическая спираль. Значит, φ находится от минус π на 6 до π на 6 в этом диапазоне. А точка, в которой нам нужно считать x0 равна единице. Надо вот вычислить производную. Вы доску не переключили. Чего-чего? Доску не переключили. Я понял. Я списываю условия. Так, сейчас я уберу этот задачник. Так, ну и пишу. Какой это сказал? 205, да? Какой был номер, помните? 205. Наша кривая R равняется E в степени φ.
а фи от минус пи на 6 до плюс пи на 6 где-то в диапазоне. А точка х0, которой нам нужно считать производную, равна единице. Ну, первое, что мы делаем, это записываем наше уравнение. Ну, в полярной системе координат. Помните, что это такое? А? Вот каждая точка на плоскости имеет расстояние от начала координат и угол поляры. Поэтому х этой точки есть r косинус фи, а y этой точки есть r синус фи. Вот эта формула перехода от полярной системы к декартовой. R и φ – это полярная система. Φ от 0 до 2π, что-то не включая R, больше или равно 0. Вот, значит, получается, что у нас x равняется e в степени φ на косинус φ, а y равняется e в степени φ синус φ. Это в полярной системе кривую мы переписали в параметрической форме. Значит, теперь у нас надо найти значение φ, соответствующее x равным единице. Значит, единица равняется e в степени φ на косинус φ. Ну, внутри этого промежутка это одна только точка, φ равная нулю, да? Косинус φ единица, это единица, значит, единственное, что есть. Вот, φ равно нулю, значит, поэтому мы считаем производную y' по x в точке x0. Значит, нам нужно взять производную y, e в степени φ синус φ штрих, разделить на e в степени φ косинус φ штрих. Ну, берем производную. Значит, e в степени x остается. Здесь синус x, а тут плюс косинус x. Производная от синуса. А здесь, ну, не x, конечно, а фи. Ну, а здесь e в степени фи, косинус фи, минус синус фи. Это я производную взял. Теперь фи равно нулю считаю. Это будет единица. Здесь тоже единица. Единица производная. Все. В этой точке производная такая же, как у предыдущего примера. Вот, собственно, все. Мы научились считать производные и дифференциалы функций заодно-параметрически. Вот. Ну и сводящиеся к параметрической форме записи, в частности, в полярной системе координат. Ну, на этом я на 2 минуты уже за вас задержал. На этом я с вами прощаюсь. До следующего раза. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Так, я сейчас что делаю? Я ухожу с доски. Вот, чищу холст.